Вот когда ситуация была, что во время войны была такая ситуация, когда мы оказываемся на коленках, да? И вот некоторые думают, что, наверное, надо вот так вот идти, вот так вот. На самом деле это долгий путь. Мы просто вытягиваем руку к себе, эта нога расшатывает, вот сюда. И вот здесь вот, руку выше на грудь, и скручиваемся, а вот это вот здесь поднимаем. Вот. Это получается как в онкологии дело, да? Вот я вытягиваю локоть на себя, эта коллега, рука, нога встает, и вот здесь просто мах идет корпусом. Не просто рукой, а корпусом идет мах. Сразу головой на себя, вот. Если немножко я возьму его ниже, вот здесь. Возьму ниже. Он уже меня перетаскивает. Под меня идет, перетаскивает меня. Да, и перетаскивает меня. Поэтому мы держим выше. И то же самое у кого со стойки. То же самое вопрос со стойки. Вот у нас ситуация, вот. Вот ситуация по ходу борьбы. Тоже, это же нога отшагивает, не утягивается. Это же нога отшагивает, не утягивается. Это же нога отшагивает, вот. И